жить, и чтобы видеть в жизни Бога, всей жизни Богу посвятить. Преданное служение Богу является как наивысшая цель жизни, так и средством достижения совершенства. Только тогда, когда человек постигает Кришну и предается Ему. Молитвы уму являются одной из разновидностей духовной практики. По сути, это проповедь самому себе, самая важная из проповедей. Песня Наратана даст отпор нам, Махам Шикша, наставлению уму. Мама Шикша. Поэтический перевод. Лотосные стопы Нитая, словно миллионы лунных сияют, дарят радость, счастье, покой. Если в них приют одни ищешь, радку с Кришной ты не достигнешь. Будет лишь духовный застой. Будь слугой Нитая прекрасно, жизнь проживешь не напрасно. Без него жизнь птиц и зверей. Кто такой Нитай? Ты не знал, чувства без конца услаждал. Учености не спасет от смертей. Материалисты гордятся красотой и блеском богатства. Кто служит Нитаю, стремится, чтобы с Радхой Кришной общаться. Нужно Нитянанде предаться, крепко за его стопы схватиться. Кто Нитаю с верностью служит, избавляется от иллюзии, а только творяет сознание. Молит Наратана Нитая, лишь тебе служить я желаю, даже счастье мне в любви и знании. Субтитры сделал DimaTorzok.
Да! Примите нашу сердечную благодарность.